нас очень много болевых точек, которые совместно надо решать. Софья Хасанова, как общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в республике, призывает городской совет отцов в очередной раз обсудить основные моменты воспитания детей, заострить внимание на роль папы в семье. Речь идет не только о собственных детях, но и о закрепленных за общественниками трудных подростках. Не секрет, в Чистополе есть дети, которые стоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних и нуждаются во внимании. Есть много вопросов, связанных с интернет-безопасностью, дорожным травматизмом. Наконец, очень серьезная сегодня ситуация, о которой мы говорим, является прямой влияющей на демографическую ситуацию, это разводы. К сожалению, как и в российском формате, статистика говорит не в пользу нашей республики. Оказать помощь детям, попавшим в опасную жизненную ситуацию, помочь подросткам разобраться в современных вопросах – задача общественников. В зале второго лицея представители Республиканского союза отцов идет обсуждение этих тем. Многие мужчины делятся собственным опытом работы с детьми. Встреча проходит по инициативе уполномоченного по правам ребенка. Смысл вот этого родительского собрания не в том, чтобы выслушать приехавших представителей столицы, а именно обсудить, обозначить серьезные моменты, которые сегодня есть у нас. Они у нас есть. Сегодня мы говорим о безопасности детей наших, да, безопасности детей любого возраста. Для проведения отцовских собраний в республике выбрано всего 5 площадок. Такие встречи в школах уже прошли в Высокой Горе, Лениногорске, Альметьевске и Казани.